Друзья, привет! А сейчас давайте посмотрим три стадии разрушения зуба. И хотя на это не очень приятно смотреть, это очень полезно знать. И сейчас вы видели неглубокую начальную стадию кариеса. Обычно она никак не дает о себе знать, кроме реакции на сладкое. И когда начальный момент упущен, разрушение проникает все глубже и глубже. И в один момент оно может достигнуть нерва. Тогда нерв приходится удалять, а каналы пломбировать. Конечно, для современной стоматологии это не такая большая проблема запломбировать каналы, но все же для владельца это не очень приятная история. И по завершении лечения каналов зуб можно будет восстановить либо реставрацией, либо керамической вкладкой, что тоже достаточно надежно. В противном случае с этим зубом познакомятся щипцы хирурга. Это не очень оптимальный исход, но даже в этом случае у нас есть решение. Например, имплант.